Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть хороший канал Хабибов. Он снимает ролики на Amazon Freeplay, первый сервер. На его канале вышло новое видео, всем советую посмотреть. Снимает годный контент, а именно ловля имущества и казино. Так что подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем в финалочку на сервере Amazon Freeplay, первый сервер. У них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте у них при регистрации. Итак, пацаны, я просто хочу выразить вам большую благодарность за то, что вы так активно поставили лайки под серии про бизнес. И как я и обещал, я вам покажу сегодня финку двух бизнесов, а именно 24/7 и магазин одежды. Просто реально большое вам спасибо, вы набрали 100 лайков буквально за 10 часов. Это очень круто. Давайте на этой серии попробуем тоже набрать 100 лайков. Давайте попробуем делать такую активность под каждым видео, было бы реально очень круто. Ну что ж, погнали к первому бизнесу. Первый бизнес — это у нас 24/7. Именно 24/7, который находится на Рублевке напротив Анашана. Короче, вот Анашан, и вот здесь находится бизнес, короче. Получается у нас 24/7. Кстати, блин, такая проблема возникла, вот сделали обновление и... Короче, такая проблемка, то что я беру бэху, начинаю на ней ускоряться, и меня античит просто кикает сразу. Реально, просто сразу кикает античит. Это реально просто бесит, я так... Меня уже так кикнуло 3 раза, понимаете? Поэтому мне приходится брать машины фракции. Не знаю, либо это из-за того, что типа античит такой хреновый сделали, либо у меня бэха какая-то ебанутая, типа из-за этого. Ну короче, блин, не знаю, наверное, с античитом проблема, потому что я читы не юзаю, если что. Итак, вот этот бизнес, это 24/7, короче, вот, на Рублевке, вот, возле воздушного шара, возле колеса, короче, вот здесь, 24/7, короче. Бизнес у нас получается, вход есть что бесплатный, вот, Family Kirill Game, короче, все дела там. Кстати, давайте ремок купим. Давайте, кстати, купим ремок. Вот у меня ремок особо нету. Так, ремкомплект, пару ремок купим на всякий случай, то все бывает. Поэтому, да, фотоаппарат было не обязательно покупать. 3000 за фотика давать, конечно, не такое. Так, давайте сейчас выйдем на улицу, я вам покажу, короче, финку. Так, смотрите внимательно. Вот, пишем Бусинес. Бизнес моей семьи. И смотрим. Финансовая статистика, давайте. Вот, такая вот, короче, финка, да. Не фонтан, конечно, но я думаю, тоже неплохо. В принципе, я не жалею, что мы купили этот бизнес. Он находится рядом с нашим особняком. Как бы ремки — это полезная тема. Просто не все в Фоме знают, где находится наш бизнес, к сожалению, да. Поэтому... И почему-то у меня такой баг, я не могу маркер купить. Вот серьезно. Так, не могу купить маркер. Давайте напишем плюс. Не могу почему-то купить маркер для бизнеса, именно улучшения. Бусинес, пишем так, бизнесы. Вот, улучшение, короче, есть. Сколько, блять? А ничего, что где-то 2 дня назад маркер компании стоил 390 тысяч, теперь он стоит 650 тысяч. Не многовато ли, блин? Понимаете, у меня маркер в... Как его? В магазине одежды стоит 150 тысяч, здесь стоит 650. И добавлять каталог здесь стоит 1,5 миллиона, а у меня стоит 300 тысяч магазин одежды. Хотя магазин одежды по ГОСТу дороже 2 миллиона. Чё за бред просто, реально, чё за бред? Это они специально такие цены сделали, типа, из-за того, что это бизнесы ФОМУ будут? Но это пиздец, на самом деле, как-то очень дорого, я вам скажу. Очень дорого. Ну ладно, здесь мы всё, я вам показал, рассказал. Погнали уже к... второму бизнесу, именно магазин одежды. Итак, вот мы подъезжаем уже ко второму бизнесу. Это магазин одежды в Арзамасе. Я думаю, все понимают, где он находится. В принципе. Сейчас поедем, я на карте покажу. Может, кто не знает. Так, паркуемся, короче. Так, на карте он находится. Вот Арзамас, короче. Вот спаун, это вокзал. И вот за мостом находится магазин одежды. Вот он. Как бы. Ну и в GPS тоже можете найти, вот,
6 раздел бизнеса, там самый низ листаете, короче, и вот. Третий снизу, магазин одежды, это мой. Вход здесь тоже, если что, бесплатный, вот, это мой бизнес. Смотрите, в принципе, да, 5 лямов ГОСКа, я его ссылал по ГОСу. Ну что ж, давайте посмотрим финку, в принципе, мой бизнес. Так, если что, финка обнулилась из-за того, что был рестартирован, из-за того, что обнова вышла. Итак, давайте не будем томить. Финансовая статистика. Вот, смотрите, какая финка у этого бизнеса. Да, конечно, не фонтан, сколько я им владею. Где-то 2 дня примерно я им владею, и я заработал тысяч, наверное, 150 с него пока что. Но я его продавать не собираюсь, я попробую его распиарить, потому что, ну, бизнес хороший, у меня никогда магазин одежды не было, тем более скоро выйдет, ну как скоро, вроде бы говорили, что в конце августа точно будет модпак, будут новые скины, и я думаю, он будет актуален. Ну видите, здесь финка была вот, 36 тысяч, потом где тут еще была большая финка, что-то я не вижу, блин. 28 тысяч, ну, конечно, да, не фонтан. А, вот 136 тысяч было, видите. Как бы не знаю, блин, что тут по финке. Ну, вроде, нормально, пацан, нормально, чё. Продать я его в любое время смогу. Ну, а так, в принципе, магазин одежды, я думаю, это довольно-таки крутой бизнес. Надо будет еще на скинец накопить, в принципе. Да, именно на скин. Но вот этот скин я хочу себе купить сейчас. Алло, блин, листайся. Вот, на вот этот скин я хочу себе накопить. 620 тысяч он стоит, короче. Поэтому будем копить. Ну, все деньги в основном уходят вообще к семье, как бы. Вот, в меню пишем информация. 318 тысяч вообще келли лежит. Окей, в меню. Так, давайте посмотрим, кто у нас денежки ложил. Вот, эти люди ложили деньги. Большое им спасибо, просто реально красавчики. Так, выходим, короче. Выходим. Так. Ну что ж, пацаны, это будем заканчивать. Показал вам финку двух бизнесов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Ну, приходите в магазин одежды. Там можете закупаться ремками на Рублевке 24/7. Все, пацаны, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.